Сегодня же Дмитрий Медведев провел встречу с главой республики Михаилом Игнатьевым. Речь шла о социально-экономическом развитии региона. Промышленное и сельскохозяйственное производство, ситуация на рынке труда, строительство детских дошкольных учреждений. Михаил Игнатьев остановился на ключевых экономических показателях развития республики. Премьер-министр попросил подробнее рассказать о реализации в Чувашии государственных программ по строительству жилья. Ну, я проехал вместе с вами, мы проезжали, смотрели, там большие стройки, массивы новые строятся, сказали, более миллиона квадратных метров, да? По прошлому году мы построили 850 тысяч квадратных метров, задача выйти на 1 миллион квадратных метров, потому что жители нам поставили задачу 1 квадратный метр на одного жителя. По прошлому году у нас этот показатель составил 0,7 квадратных метров на одного жителя. Это самый лучший показатель в регионе Приволжского федерального. И этот план мы будем удерживать.